На Смоленщине обследуют плиты и котлы. На сегодняшний день проверки газового оборудования проведены в 6 тысячах многоквартирных домов в регионе и на 12 объектах социальной сферы. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону. Напомню, на территории Смоленской области расположено более 7 тысяч газифицированных многоквартирных зданий. Смоленские спасатели совместно с представителями газовых служб проводят рейды по обеспечению безопасного использования бытового газа. Профилактические обходы организованы не только в городах, но и в сельской местности. Основная цель – предупреждение чрезвычайных ситуаций, связанных с эксплуатацией газового оборудования.